Всем привет! У нас сегодня новое видео. Вот в таком разобранном состоянии. Здесь, естественно, были осколки стекла. Принесли iPhone 10s Max на полностью разбор и сбор устройства. Человек сам попытался заменить заднее стекло, у него ничего не получилось. Он принес, соответственно, к нам на замену. Вот в таком виде сейчас находится. Уже мастер подготовил подготовительные работы для подготовки установки заднего стекла. Но еще и само устройство вот в таком виде, как бы, надо здесь все устанавливать и проверять. А вот комплект запчастей, который клиент предоставил непосредственно для установки такого конструктора. 10S Max конструктор. Сейчас будем разбираться, что, куда, зачем. Ну, то есть мастер знает, но вижу, что последовательно все будет устанавливаться и проверяться. Итак, мы вот на этом этапе. Установлено, соответственно, заднее стекло. Сейчас это все на резиночках полчасика для того, чтобы потом в дальнейшем подкидывать непосредственно, как бы, все компоненты на внутренность телефона. Вот так это все получилось. Потом, естественно, лишние следы клея убираются и сохраняется эстетичность. Все зачищено, установлено. Как-то так. Ну вот, дорогие друзья, то, что было в начале видео и сейчас. Задняя крышечка установлена, блок камер, собственно, сам iPhone. Внутри все собрано. Сейчас еще мастер мне дал, чтобы я заснял видео. Сейчас еще собрано все. У заказчика не хватало определенное количество болтов. Посмотрим, каких болтов не хватает. Как бы протестировали, Face ID работает. Как бы, ну, даже, может быть, будет беспроводная зарядка работать. Так что как-то так. В общем и целом, разобранный конструктор собрали.